Так, сегодня девчонки, мальчишки, всем привет. Так. Сегодня что мы будем готовить? Видите уже, да, сразу такой шумодляд, такой вау. Макароны, шпагетти. Галаксис номер 6, 6 размер, это тоненькие вот такие вот, да? Так, макарошки, знаете, как делают. Водичку закипают, варятся, и до готовности сколько? 20-10 минут, 10 минут. Мы будем делать сегодня гаридес. Гаридес – это по-гречески. Гаридес – это по-русски. Креветки чищенные. Ну, креветки, но они чищенные, у меня уже здесь написано. Чистый вес 378 грамм. Стоят они 3 евро 54 цента. Вот, они уже готовы к употреблению. Мы их купили замороженные. Вернее, один раз купил замороженные. В супермаркете захотел. И сегодня мы будем готовить. На сковородке томатном. С томатом со свежим. Такой пополам разрезанный чесночочек. Если у вас есть зелень, петрушка и майданок, это называется петрушка и укропчик. И туда, естественно, перчик и соль посолить, поперчить. И будет готово. Масло оливковое у меня, у вас уже какое хотите, вам какое нравится. Все. Вот это все мы покрошим, выложим сковородочку и потушим. Сразу же выкладываем 5 минут и жарятся вот эти вот гаридес, креветочки чищенные. Вот, креветки, естественно, промыть хорошо и потом уже выкладывать в сковородку. Оставайтесь со мной и увидите, что мы сегодня будем кушать и что мы сегодня готовим. Сейчас будем начинать того, чтобы это все порезать. Вычистила, вымыла гаридыш, креветочки, и сюда их отправляю буквально 5 минут, потому что их нельзя готовить дольше, они будут жесткие. Вот. Все, мы их сейчас чуть-чуть протушим, чуть-чуть прожарим. Водичку я не добавляю, мне не надо, здесь и так достаточно сока, достаточно, как сказать, маслечка, чтобы это все зажарилось и протушилось, проварилась, проварилась, все, что угодно скажите и подберите. Все, оставляем буквально 5-6 минут тушиться и помешиваем, конечно. Водичка сварилась, будем варить макарошки наши. Все знаете, как варится макарошка. Сколько вы хотите, закладываем и варим. Вот, такие у нас делишечки. Все, оставляем вариться 10 минут макарошки. Мои креветочки дали много водички. Вот видите, сколько? Я ничего не добавляла, ни воды, ничего. Как убрать эту водичку сейчас? Мне уже они готовы. Буквально 5 минут, потому что если я буду их варить больше, они будут жесткие. Давайте я сделаю так. Я добавлю, если чуть-чуть это самое. Муки, чтобы это все чуть-чуть загусло. И, естественно, перемешаем и поставим буквально 2 секунды, 1 минуту, чтобы это все загусло с мукой, и все будет у нас чики-чики. Потому что я не хочу, как говорится, чтобы было много варенья.
вами. Буквально две секундочки, чтобы это все еще протушилось. И так готово у нас. Сейчас водичка замузнет от муки и будет. Там стоит уже на, как называется, на огне. Сейчас уже все это, знаете, как загустело сразу все от муки. Классненько. Быстрый обед. Если вы торопитесь, вам надо что-то быстренько наготовить. Быстрее, наверное, не найти, что можно заготовить. Это кальмары и креветки. Вкусно. Оставляем и ждем, пока сварятся наши макарошки. Еще до сих пор, пока они еще не сварились. Сейчас уже все. Ну-ка, давайте. Вот они. Такие вот. Сейчас они уже сварятся. У нас уже обед. Мы будем сейчас скоро кушать. У некоторых уже ночь, у некоторых уже вечер. Кто что, кто пройно, кто в родино. Как говорится, пройно — это утрешняя еда, в родино — это в ради, это вечерняя еда, и в месемери — это месемерино. Это дневная еда, обед, значит, да, по-гречески. У нас месемери, день, и мы будем кушать скоро наши вкусные макароны с вкусными горидес. Горидес — это креветки. Все, оставайтесь со мной, увидите, что у меня получилось. Быстро, вкусно и классно, макарошки. Ну, сюда еще зеленушку добавьте, и будет классненько. Вот такие макарошки.